Друзья, всем огромный большой привет! С вами снова я, Нателла. Всем хочу сказать огромное спасибо. Я вчера видео не выкладывала. Но не важно, что я ничего не сделала. Вот, вы смотрите, вы пишете, желаете, думаете. В общем, огромное всем спасибо. Слава Богу, негатив пропал, чему я очень рада. Вчера был очень тяжелый день, я не буду рассказывать, есть видео, да, там, где погиб мой хороший близкий человек. Мы вчера были на похоронах, и на этом я закругляюсь. Наплакались, конечно, настрадались, пообщались, было не до этого. Вот. И сейчас, как всегда, вот один день меня не было дома. Все в запустении. Боже Господи. Федюнчик, который живет у меня во дворе, дай мне, пожалуйста, покой. Потом я еще уехала и приехала домой в 4 утра сегодня. И приехала под такое громыхание. В общем, Днепряне, держимся. Нам сегодня не сладко всем пришлось. Все вы знаете, где, что, когда и как. Так, когда много, тоже не есть хорошо. Ребята, собрали урожай и очередной. В общем, я решила это продать. Ну куда, у меня погреб ломится, кто это будет есть? Зачем, лишь бы банки заполнить? Нет, нет. Это я отдам, это я продам. А вот это не отдам я никому. Также я фасольку мама уже рвет шикарную. Также кабачата. Ну-то тоже раздам людям, родственникам. А огурцы продам, потому что мама столько на них пашет, работает. Ну, кому это надо? Ух, мои красавцы! Ух, вы мои красавцы такие! Ух, вы такие здоровенные, красивые! Ну что, да все в путь. Какой КамАЗ. Поздоровайся. Доброе утро. Все услышали. Доброе утро. Вот так вот. Так, девочки, только что сдала огурцы по 25 гривен. Я, честно говоря, даже не знала, почем. Я подошла на Солнечное, тут же полно перекупщиков. Одна, не-не-не, я огурцами не торгую, она арбузами, такой вот, виноградом. А что у вас, а что у вас? Это мне огурчики. А почем? Я говорю, я даже, честно говоря, не знаю. А ну покажите. А они, девочки, беленькие, в один. Ну, как беленькие, я имею в виду розовенькие, нежно-салатовые, такие классные. А сколько тут? Я говорю, я не знаю. Да что ж ты приехала торговать, ничего не знаешь.
Я говорю, короче, если надо, у вас же 6 веса взвешиваете. Она такая, тьфу, 250 мне. И честно говорю, не знаю, сколько там было. Это... Она сама там пошла, взвесила. Да и на том спасибо. Потому что погреб полный. Их полно. Я уже и по-корейски 2 раза. И сладкие, и горькие, и с перцем, и заквасила. Не, ну сколько же можно? Я говорю, если что, можно еще привозить. Привозь! Да ну, сколько людей его вообще. Сейчас скажу, почем огурцы тут. А тут огурцов нету. Сейчас скажу. О, 35. 35 темно-зеленые. В мешке в полиэтиленовом. 35, нихера себе. 35. Не, я, честно говоря, могла бы и по 15 продать. Ну, а нас они сами, пожалуйста, все. Значит, продадут по 35. А у нее сразу их заберут, потому что нету огурчиков. В общем, я довольна. Довольна, что не раздаю даром. Помидоры есть, так что сейчас супика сварю. И повезло, такие ребра свиные только что купила. По бросовой цене. В мясном магазине здесь на Солнечном. Короче говоря, ну вот куда ты так гонишь? Ну куда ты так гонишь? Господи, дядя. Фу, опять спека начинается, неможливо. Надо все нашу делать. Ну что делать? Надо, значит, надо. Фу. Прямо. Ой, ребята, я вчера вечером ехала. Дорога не освещается. Подожди. Ну куда ты? А думаю, если он троллейбус большой, то ему все можно. Где-то 12:30 ехала за Людмилой по набережной. Дорогу, слава богу, сделали, но она не освещается. Люди выросли. Прям, друзья, выросли люди прям вот так вот. Хорошо, что я не гнала даже 80. Я ехала 60. Почему на такой скорости? Потому что я постоянно забываю заправиться. Проезжаю мимо свою заправку. И думаю, господи, не, хотя бы не забыть. Кстати, то задумаю, свои думы какие-то думаю, то музыку слушаю, то с кем-то там еще что-то, знаете, по телефону могу на громкой связи разговаривать. Ого. А это ничего не разговаривала, нет, просто ехала, это слава богу. Но я стараюсь ночью не разговаривать по телефону, потому что, ну, этого нельзя, если днем еще более-менее. Я, короче, остановилась с этим людям. Говорю, ребята, можно как-то себя обозначить фонариками, телефонами? Вы же знаете, что не освещаются. Так еще видят, что я еду и в развалочку идут. Вы думаете, какая это была реакция? Вообще никакой. Ну, я не матюкалась. Я говорю, себя не жалеете. Я говорю, ну хотя бы меня пожалели. Ну, за что бы я вот это вот сейчас? Похер. Людям до такой степени все безразлично. Вчера одну блогершу смотрела. Запорожье. Самвелину племянницу. И то, там мне дочка говорит, мама, зайди посмотри-ка. Там, короче, на юбку, сумку купила. Думаю, боже, люди посходили с ума. Что сумка, что черного цвета, что кофта, все черное, лето. Она это все на себя напялила. Она в такую жару, все черное. Но я не об этом. Просто вот и смотрю, люди критикуют. Пишут, что только ей не пишут. Какая там должна быть нервная система? Вот видите, какие есть люди? Все равно, похер. Не нравится, она еще больше на себя напяливает эти мешки. Ругают, и просмотры 30-40 тысяч. Так. Да. Я не знаю, скучная. Вот так сейчас и ест, и ест. Да, знаете, ест. Я как только начинаю есть на камеру, мне сразу 100 замечаний. Может, действительно, надо реагировать. Чем больше замечаний, потом тем больше смотрят. В каждом кадре она ест, ребята. В каждом кадре. Да, разные. О, блядь, ты что, дурак, что ли? Да, мужчины за рулем.
дверная пропена, оглянуться не успела. Девочки мне пишут на телах, что с тобой, что случилось. Вот даже сейчас некогда даже вообще снимать. Вообще некогда. Кошмар какой-то, просто какой-то кошмар. Фу. Так, девочки, ну как же я без примерочки, да? Хочу показать вам платьице рубашка, но это, конечно же, можно и так под кеды, когда тепло, я так понимаю, что можно. Ну, а когда прохладно, у меня есть леггинсы в обтяжечку, под леггинсы. Вот, мне кажется, леггинсы вот эти вот, как их называют еще, господи. Брючки-дудочки длинные есть. Короче, натуральный материал. Купила за 72 гривны. Такой вот рукав. Здесь можно его закатывать, здесь он застегивается. Людочке очень понравилось. Классика, полосочка. Ну, это не сейчас, конечно. Потом я полностью образ, когда уже надену на себя, потом будете на мне видеть. Просто вы же меня не видите вообще, как я хожу. Очень редко, когда кто-то меня снимает. В последнее время меня сейчас никто не снимает. Только голос за кадром. Но надеюсь, буду как-то стараться, чтобы только на примерке вы меня видите. Чтобы как-то вы меня видели. Так. Так. Материал очень хороший. Обратите внимание, качество тоже хорошее. Сан-Сантьон. Мне об этом ничего не говорит, так как это другая марка. Сан-Сантьон Лайф. Какая-то жизнь, какая, не знаю. Ой, ладно. Надо сейчас там девочка Викуся попросила собачку к ветеринару отвезти. Это святое. Собачку надо отвезти к ветеринару. Ребята. Когда нет таких событий никаких, знаете, радостных. И ничего не хочется такого и рассказывать. Сейчас мама. Мама, может, давай солнце уйдешь? Я знаю, сейчас еще 20 минут, и все, я ухожу. Потому что солнце страшное. Ну что, огурцы улетели, мам? Хорошо. Я рада. Ты рада, да. Еще ты сказала, что будет еще куча целая, да? Да. Именно сейчас я начинаю только набирать силу. Мама, давай солнце, короче, сваливай отсюда. Я сейчас вот еще ножичко. Не слушает меня мама, совершенно не слушает. Я не могу возле нее быть постоянно привязанная. В больнице были, анализы сдали. То, что будет, я потом буду, ну, я пока не буду говорить. Пока все хорошо. Надо поберечься немножко. Вот я уехала, приехала, уехала, приехала, приехала. В такой солнцепек, такую жару и на огороде. Там выйти невозможно. Испарение такое идет. Это бесполезно. Я просто удивляюсь. Некоторые вообще ни хера не делают, на мешках с деньгами сидят. А это как с ума сошла, последний хрен догрызаем или что? Все же нормально, все стабильно. Как может в нашем быть положении сейчас в стране? Нужен тебе тот бурьян? И слова не скажи, просто слова не скажи. Агрессия, обида, понимаете, какая-то. Я говорю, ну ты за себя, ну хотя бы меня, ну пожалей хоть меня. Ну я, у меня вообще ничего, никакого личного пространства нету. Ничего, я только должна думать за Люду, туда-сюда, за тебя. Она вот видит, что я за нее там переживаю. Я вот в субботу в одно место ездила. Она даже не спросила, Наташа, как у тебя дела? Что там, как там? Ничего не интересует. Огород, сапка, сапка, огород. Не побалакать, ничего. Потом, налей мне того вина. Ну, оно дурное, оно не годится, это вино. Уже все, не годится.
Мы не специалисты, чтобы пить это вино. Вот зачем такую жару пить это вино? Вот объясните мне, зачем? Я понимаю, хочется. Вот, выпила, голова болела, плохо, мама, да, давала ей это вино. Вот зачем? Оно пользу не дает, не дает. Я не могу сказать, что у нее проблемы с алкоголем. Ну зачем просить это вино? Я не знаю, может мне действительно Цербера превратиться. Одно расстройство, просто одно расстройство. И агрессивная, понимаете? Агрессивная. Я сама, говорит, полезу и достану. Я понимаю, хочется расслабиться, но не в такую жару. И что, напахаться, выпить вина и упасть. Меня дома нет, и кто будет спасать? Я его, наверное, вылью. Скажу, что его нет. Я его вылью. Не, ну что такое, должна переживать за это вино теперь. О, боже. Все переоделась. Ладно, друзья. Всем огромное спасибо. Надолго с вами не прощаюсь. Может быть, будет прямой эфир. Может быть, еще одно будет видео. Как карта ляжет, потому что сейчас действительно вообще некогда. Сами понимаете. Такое везде происходит. Мне надо сейчас с мамой. Завела ее в ванну. Сказала, что я сейчас уезжаю, что нянек нету. Все. Ну, не дай бог, мне сейчас дома не будет. Часа 2-3. Что-нибудь случится и что? Говорю, уходи. Пришлось мне, конечно, на нее нажать, накричать. Ладно, всем хорошего дня, всем прекрасного вторника, всем мира, всем добра, если это возможно. Берегите себя, своих близких. Спасибо огромное, кто подписался на мой канал. Мои дорогие любительницы масок и секонд-хенда, обязательно все будет. Потому что мы сейчас живем такое время в нон-стопе. Сегодня все хорошо, завтра не очень. На необходимое вдохновение. Все, всем мира.